В Новосибирской области за неделю выписали больше 30 протоколов за нарушение масочного режима. Выявляют несознательных граждан в ходе рейдов, один из которых прошел сегодня в новосибирской подземке. О его итогах Дмитрий Антипов. Утренний час пик. Вагоны метро битком. Однако у некоторых людей защитная маска спущена. А кто-то вообще держит ее в рюкзаке. На справедливый вопрос сотрудников полиции адекватно реагируют не все. Я никуда не пойду. Я не пойду с ним никуда. Пускай туда сам. Я надену маску. Такие рейды в регионе проходят ежедневно. Участвуют сотрудники областного Минтранса, Роспотребнадзора, полиции и госавтоинспекции. Выписывают нарушителям протоколы, которые в дальнейшем отправят в суд для определения суммы штрафа. Правда, на первый раз можно отделаться и предупреждением. Предприятиям транспорта, нарушившим положение 72-го постановления правительства по статье 20.6.1, индивидуальным предпринимателям грозит от 50 до 100 тысяч рублей, юридическим лицам от 100 до 300 тысяч рублей. Физическим лицам, на которых составляют протоколы полиции, грозит наказание от предупреждения на первый раз до 3,5 тысяч рублей. Всего за эту неделю в Новосибирской области провели около 20 рейдов, в ходе которых выписали более 30 протоколов. Из них 4 на перевозчиков, остальные на пассажиров. Традиционно меньше всего нарушают в метрополитене. Больше всего в маршрутных такси и пригородных электричках. Дмитрий Антипов, Тарас Тарасов, новости ОТС.